Давайте мы, пожалуйста, поднимемся на ноги, и мы поприветствуем нашего сегодняшнего особенного гостя громкими аплодисментами, как мы умеем расти. Пастор Алекс Кулибаба на этой сцене. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Hello, hello, hello. Good afternoon, Restoration Church. God bless you guys. You guys can take a seat. Приветствую вас, церковь. Пожалуйста, садитесь. I want to say thank you, Pastor Evgeny, for the сказать, sun. Пастору Евгению за солнце. How many of you guys enjoying the 90-degree weather? А кому из вас нравится 80-градусная жара? Came out of nowhere. Которая пришла вообще ниоткуда. Yeah. If you guys don't know who I am the lead pastor of Anthem Church in Federally, Washington. Если вы не знаете, кто я являюсь старшим пастором церкви Anthem в Федерал Вэй, Вашингтон. And we started the church May of 2020, that was right during COVID. И мы начали нашу церковь в мае 2020 года, как раз в самый разгар ковида. And I think you guys can resonate with us that there's something about what Christ did on the cross. Я думаю, что вы очень хорошо поймете нас, когда мы об этом говорим, что то, что сделал для нас Христос на кресте. That makes it impossible. И это делает для нас невозможным. It makes it impossible not for us, but for Satan. И это делает невозможным не то, что для нас, а для дьявола. To resist. Для того, чтобы отвергнуть. To push back. Для того, чтобы оттолкнуть. What Christ has in mind. То, что Христос для нас задумал. You want to get set up? You good? I think so. Okay. Yeah. Praise God. And so with that said, поэтому говоря об этом, обо всем, I want to share a message today. Я бы хотел поделиться с вами словом Божьим. That I shared to our church. С которым я уже делился с нашей церковью. On our two-year anniversary. Буквально на нашу двухлетнюю годовщину. Pastor Evgeny. Пастор Евгений. Asked me to share a sermon. Попросил меня, чтобы я поделился проповедью. That would be for the church. Которая будет обращена к церкви. A blessing. Который будет благословением and для церкви. So I believe this was a blessing for our church. Поэтому я верю, что это было благословением для нашей церкви. And I want to share it with you today. И поэтому я хочу поделиться этой проповедью сегодня с вами. Dallas Willard, he was a Christian philosopher. Это был один христианский философ. He passed away in 2013. Он умер в 2013 году. He has this quote. У него есть такая цитата. He says, when knowledge disappears, он говорит, что когда исчезает познание, tradition takes over. Тогда начинают иметь действия, традиция. And so, we have a tendency, поэтому у нас есть такая тенденция, to do things, тенденция что-то делать, because we've always been doing them. Потому что мы это всегда так делали. And so, an example is, и, например, why do we show up to church on a Sunday? Почему мы приходим в церковь в воскресенье? Why do we call each other brothers and sisters? Почему мы называем друг друга братья и сестры? Right? Why do we tithe? Почему мы даем десятины? Why do we serve one another? Почему мы служим друг другу? Why do we do church? Зачем вообще нужна церковь? Why are we called Christians? Почему мы называемся христианами? And so, friends, поэтому, друзья, the problem with this is, проблема в этом заключается такая, if we go this trajectory, что если мы знаем вот эту траекторию, we fall into legalism. Когда мы впадаем в определенный we легализм, fall into dead faith. Мы впадаем в мертвую веру and a dead church. И в мертвую церковь. And I don't know about you guys, не знаю, как у вас. I don't want to be part of a dead church. Я не хочу быть частью мертвой церкви. And for that matter, I don't want to pastor a dead church. И на самом деле, я даже не хочу быть и пастором мертвой and церкви. So let's go back to the genesis of Christianity and the church. Поэтому давайте с вами обратимся сегодня к бытию церкви, к бытию основания и начала. Mark chapter 3, verse 13, Jesus begins his ministry. В Марка 3 главе 13 стихе Иисус начинает свое служение. Verse 13. 13 стих. Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted. И говорится о том, что Иисус зашел на гору и призвал тех, которых хотел призвать. And they came to him. И они пришли к нему. He appointed the 12 that they might be with him. И он назначил 12, которые бы должны были быть с ним. To be with and that they might that he might send them out to preach. И для того, чтобы он мог отправить их на проповедь.
And so what the context here is, поэтому контекст, в котором этот текст нам дается, before Jesus does anything great, еще до того, что Иисус начинает творить чудеса, he recruits 12 members, он набирает себе 12 членов. That's the first church. Это была первая церковь. And he is their pastor. И он становится их and пастором. So what does he want for this church? What does he want for these 12 men? И что же он хочет для этих людей? Что же он желает для этих 12? The first thing that we see here is, первое, что мы видим здесь сегодня с вами, he wanted them. Это то, что он один из них. No, he wanted them. Он их победил, как бы завоевал. He desired them. Он возжелал их, захотел их. He didn't need them. Они не нужны были ему. He just wanted them. Но он просто захотел их. And so the first thing that you need to know, поэтому первое, что нам нужно знать, is God doesn't need you. Что ты не так-то уж и нужен Богу. God is the perfect one-man band. Бог один, он самостоятельный, ему никто не нужен. He's not losing control of the situation. Он совершенно не теряет контроль над ситуацией. He's not overwhelmed. Он не так, чтобы слишком хватался за голову и не знал, чем заняться. God holds the universe together. Но Бог держит всю вселенную вместе. The solar system. Вот эта вся солнечная система. Doesn't skip a heartbeat. Она совершенно не теряет своего ритма. But here's what God wants. И вот что Бог хочет. He wants you. Он желает тебя. He desires you. Он нуждается в тебе. And so the framework for today's talk, today's sermon. Поэтому основа для сегодняшнего нашего с вами разговора, для сегодняшней проповеди. There's three things that God wants for us. Это три вещи, которые Бог желает для нас. He wants us to be with Him. Он желает, чтобы мы были с Ним. He wants us to become like His Son. Он хочет, чтобы мы стали Его сыновьями. And He wants us to do what He did. И Он хочет, чтобы мы делали то, что Он делал. And so let's begin there. Поэтому давайте там и начнем. John chapter 17 verse. 20. Иоанна 17 глава 20 стих. My prayer is not for them alone. Он говорит, молюсь не только за них одних. I pray also for those who will believe in me through their message. Но говорит, я также молюсь за тех, которые уверуют в меня через слово. That all of them may be one. Чтобы все они были едины. Father, just as you are in me and I am in you. Отец единый, как ты со мной и я с тобой. May they also be in us. И пусть они будут в нас. So that the world для того, чтобы мир may believe мог уверовать that you sent me. Что ты послал меня. So what we see here, поэтому то, что мы видим сегодня с вами здесь, the great cost of the Trinity, мы видим вот эту огромную цену и значимость Троицы. The reason the Father gave His Son, та причина, по которой Отец отдал Сына, and the reason the Son gave His life, и причина, по которой Сын отдал свою жизнь, and was rejected by the Father on the cross because of our sin, Он был отвергнут Отцом на кресте из-за наших грехов, was so that we would be with Him. И это все для того, чтобы мы могли быть с Ними. Because He desired us. Потому что Он возжелал нас. That's what God wants. Это то, что Бог хочет. He just wants us to be with Him. Он просто хочет, чтобы мы были с Ним. That's all. И все. There's nothing else that God wants. Ничего другого Богу не надо. In the beginning. В начале. Than for us just to be with Him. Просто для того, чтобы мы могли быть вместе с Ним. Now the reflex that we have. Теперь тот рефлекс, который у нас есть. Is we say, listen, that sounds like easy believism. И мы можем сказать, что да, но это звучит так, что в это легко поверить. This sounds like too easy. И кажется все слишком легко и просто. What's my part in all of this? Но а в чем же моя часть? What must I do? Что же я должен сделать? I'm reminded of this moment, я вспоминаю тот момент in John chapter 6, в Иоанна 6 главе, where the crowds are looking for Jesus. Где вот эти толпы людей, они ищут Иисуса. And they're frantically searching, where is Jesus? We need Jesus. Они просто отчаянно ищут Иисуса. Нам нужен Иисус. Где же Он? Verse 27. I'll go slow so you can just paraphrase. Буду пересказывать. Do not work for food that spoils. Он говорит, что не работайте ради пищи, которая гниет. But for food that endures to eternal life. Но работайте ради той пищи, которая приводит к жизни вечной. Which the Son of Man will give you. И что Сын человеческий даст вам. For on Him God the Father has placed His seal of approval. Ибо на Нем Отец возложил свою печать одобрения. Then they asked Him. И они спрашивают Его. What must we do? Они говорят, что же нам делать? To do the works that God requires. Для того, чтобы творить дела Божьи. Jesus answered. А Иисус отвечает. The work of God is this. Он говорит, что дела Божии таковы. If you're going to spend your energy, если ты собираешься тратить свою энергию, you're going to expend your emotions, если ты собираешься тратить свою эмоцию, on one thing, на одном, this is what it is. То вот это что должно быть. To believe
для того, чтобы верить, in the one whom he has sent. Верить в пославшего Его. Believe on Jesus. Верьте в Иисуса. Right? You're going to exhaust yourself. Иначе, если ты протеряешь себя, run around. Ты будешь бегать по кругу. Believe on Jesus. Но хотя бы верь в Иисуса. Spend all your energy. Просто проводи всю Spend свою all энергию. Your emotions. Проводи все свои Spend эмоции. All your time. Растрачивай все Be свое время. Просто будь about захваченным той мыслью, чтобы верить Come в Иисуса. On, that's what God requires of Это us. То, что Бог требует to от нас. Just believe on Jesus. Просто верить в Иисуса. That sounds too easy. Слишком кажется right? легко. To become godly. Но для того, чтобы стать Человеком to Божьим, be approved by God, для того, чтобы Бог одобрял нас, to sense fulfillment, для того, чтобы ощущать вот это чувство удовлетворенности, to sense accomplished, для того, чтобы понимать, что ты чего-то достигаешь. All we need to do все, что нам с вами нужно is делать, to believe on Jesus. Это просто верить в Иисуса. Friends, but друзья, the believe on Jesus that Jesus is talking about, но та вера в Иисуса, о которой нам говорит сам Иисус, it's this embodied belief, это вот именно такое воплощенное верование, can see it, когда люди могут where you это walk увидеть, through the doors, когда ты заходишь, проходишь через какие-то двери, and people that are not even believers, и люди, которые даже вообще неверующие люди, people, просто мирские they will look люди, at you, обычные светские люди, они посмотрят на and тебя, they will say, this person и они скажут, этот человек верит, this person's different. Этот человек другой, That's the belief Jesus is talking about. И это та вера, о которой говорит нам Иисус. And so what is this belief? И поэтому в чем заключается такая вера? The best modern translation for the самый лучший современный перевод for the ancient Greek word вот для этого древнего римского слова греческого слова is the modern English word это современное английское слово relax это расслабься relax расслабься What must I do? Что мне делать? To do what God requires. Для того, чтобы творить дела Божии. Relax. Расслабься. Relax. Расслабься. No, no, I can't relax. I need to do something. Нет, как я расслаблюсь? Мне что-то надо делать. No, no, you just need Нет, to relax. Тебе просто надо расслабиться. You need to be still. Тебе нужно успокоиться. And know. И знать. That He is God. Что Он есть Бог. Relax. Расслабься. Couple weeks ago, пару недель назад, I was flying out to Florida я летел на Флориду for a conference. На конференцию. And I like to show up to the airport just on time. И я люблю приходить в аэропорт, ну вот перед самым вылетом. Give me 30 minutes before the doors close. Может быть за 30 минут до того, как двери закроются. Я приезжаю в аэропорт. And it's packed. Аэропорт забит. I can't believe it. Не могу поверить. I know for sure I'm not going to make my flight. Я уже понимаю, что я не успеваю And на so самолет. What's my response? И как я на это реагирую? But I get anxious. Я начинаю беспокоиться. To the point where everyone knows I'm anxious. Начинаю беспокоиться, и все вокруг замечают, This что я беспокоюсь. Anxiety is embodied. Вот эта тревога, она начинает It's воплощаться, visible. Она становится физической. And I start pushing people. Я начинаю расталкивать And людей. And I start attracting attention я to начинаю myself. Привлекать к себе внимание. What's happening? Что происходит? Understand я понимаю, that I'm falling short. Я понимаю, что я где-то обломался. And so what happens is I make it through И что происходит? Я the screening line, попадаю на зону and досмотра, I have 2 minutes и у меня остается 2 минуты to make it to the flight. Для того, чтобы мне успеть на I'm свой running. Рейс. Я бегу. And what happens is I get to the gate, и то, что происходит, я прибегаю к воротам. And I see that there's still people are boarding the plane. Я все вижу, что люди все еще осуществляют посадку. I said, Я говорю, For a second, I can relax. И на секундочку я могу расслабиться. I go to the coffee shop. Я иду в кофейню. As I'm waiting in line, и пока я стою в очереди, I look at the screens, я смотрю на экран, and I see that it says destination Boston, not Florida. И говорится, что место назначения это Бостон, and so и не I Флорида. Lose my peace, и я теряю мир свой. And I run up to the front desk. Я подбегаю к этим and агентам. And I said, what happened? Я говорю, что происходит? They said, well, it's you're actually B6 on the other side of the terminal. Они говорят, что на самом деле твой самолет летит с ворот B6, это с другой стороны терминала. Я говорю, что случилось? We changed the gates last minute. Мы поменяли ворота в последний момент. And so I'm running. И я бегу. And I'm frantically just, I know I'm gonna miss it. И я просто бегу с такой мыслью, что я точно опоздаю. У меня выпадает мой компьютер. My iPad falls. Мои все эти причиндалы выпадают. And people are screaming at me and saying, sir, sir, your items have fallen. И люди кричат, товарищ, у тебя падает, все у тебя сыпется с тебя. I said, I know. Я говорю, я знаю.
Leave me alone. Оставьте меня в покое. I'm running late. Я опаздываю. And so I put it back in and I run in. Я снова запихиваю все в сумку, friends, опять I'm бегу. The last one. Друзья, я самый последний. On the plane. Я самый последний сажусь на самолет. Я ждал. But what's interesting is, но интересно то, right, that makes sense. Что, несмотря you на то, что relax, это понятно, ты не можешь успокоиться, когда ты бежишь, когда ты пытаешься успеть на свой самолет. Но не было ли бы это странно, если бы я подошел, зашел на самолет, если бы было бы у меня точно I'm такое frantic, же состояние, I'm anxious. Совершенно спокойное, совершенно беспокойное, Would не беспокойное. Разве бы люди не удивились? Would the security guard not get up? Разве бы не человек, который and делает досмотр, me, не подошел бы ко мне и сказал, господин, if you don't relax, если ты сейчас не расслабишься, мы тебя снимем с рейса. Right, something would be off if I was still frantic. Что-то было бы, наверное, не то, если бы я все еще нервничал. Почему? Because I'm already on the plane. Потому что я уже на самолете. Once the doors are closed, и когда двери закрываются, there's no reason to be frantic. Уже нет причин переживать и беспокоиться. And so Jesus is saying, и поэтому Иисус говорит, listen, when you can relax, он говорит, послушайте, когда ты можешь расслабиться, that is the evidence это есть свидетельство of your salvation. Это есть свидетельство твоего спасения. That is the evidence это есть свидетельство that you believe, того, что ты веришь. Once the doors are closed, когда двери закрыты, no one's kicking you off. Уже никто тебя не снимет с рейса. And so what God requires поэтому of то, что Бог требует от нас, is to get to a place, это для того, чтобы мы попали в такое место, где бы мы верили. Jesus Christ did верили on the cross, в то, что Иисус Христос сделал на кресте. Этого достаточно. And so all he wants поэтому все, что Он хочет, это для him, того, чтобы мы были вместе с Ним, для того, чтобы мы расслабились в Его присутствии. Jesus said, Иисус говорит, take my yoke upon Он говорит, you. Возьмите мое ярмо на себя, me, научитесь от for меня, I am gentle, ибо я кроток and humbled in heart, и смирен сердцем, and you will find rest и вы for your найдете souls. Покой душам вашим, for my yoke is easy, ибо ярмо мое легко, and my burden is light. И иго мое просто. What is Jesus saying? О чем здесь говорит Иисус? He says, come to me, Он говорит, придите ко мне, so you can relax. Для того, чтобы вы могли успокоиться. You can relax. Для того, чтобы вы могли расслабиться. Friends, let me ask you this question. Друзья, позвольте задать мне вопрос. When you wake up in the morning, когда вы просыпаетесь утром, и вы задаете себе мысленно этот вопрос, what does God require of me? Что Бог хочет от меня? What does he require of me? Что Ему надо от меня? Today, what does God want вот сегодня, from что me? Бог хочет от меня? Are you able to respond this answer? Можешь ли ты дать вот такой ответ? All God requires of me все, что Богу от меня нужно, is for me это то, чтобы я to relax in his presence. Был спокоен в Его присутствии. Now, теперь, let me ask you this. Позвольте задать вам вопрос. What's the first thing you do? Что первое, что ты делаешь каждое утро? Do you relax in his presence? Успокаиваешься ли ты в Его присутствии? What does that look like? А как это выглядит? Do you have enough time to open up your Bible? У тебя достаточно времени для того, чтобы открывать Библию? And just linger и просто углубиться, погрузиться in his word. В Его Слово? To just sit on your couch для того, чтобы просто сесть удобно на диване and just be still и спокойно and know познать, what God has done что Бог сделал, is enough. И то, что Он сделал, этого достаточно. The truth is, истина в том, most of us don't have time for that. Что большинство из нас не хватает because на это we времени. Don't believe that that's what God requires from потому что us. Мы не верим в то, что это все, что Богу нужно от what нас. We believe то, что мы верим, and what we sense и то, что мы ощущаем, is that God wants us to work. Это то, что Бог желает, чтобы мы трудились. God wants us to labor. Бог хочет, чтобы мы работали. God wants for us to prove our existence. Бог хочет, чтобы мы доказали всем остальным о своем существовании. Justify our existence. Чтобы мы оправдали свое существование здесь на земле. Friends, друзья, God wants you relax. Бог хочет, чтобы ты расслабился, для того, чтобы ты успокоился в Его присутствии. That was the great cost of the Trinity. И это есть эта великая цена и значимость Троицы. And so watch what happens. Поэтому что происходит?
What happens, what's the result of being with God and just relaxing in His presence? Поэтому к чему приводит вот такое успокоение в присутствии Божьем? Каковы результаты этого спокойствия? What are the results of believing on Jesus? Каковы результаты того, что мы верим в Иисуса? You become like Him. Ты становишься подобным Ему. You become like Him. Ты становишься похожим на Него. That is the result. И это есть результат. The byproduct. Это есть тот вторичный продукт. Of becoming like Jesus. Того, что ты становишься подобным the Иисусу. Very thing и это то самое, that motivates us то, что мотивирует нас to run outside our doors для того, чтобы нам выходить из своих without домов spending time with Jesus. Без того, чтобы проводить время с Иисусом. John Orberg, he was a pastor, former pastor of Didlow Church in California. John Orberg, он был бывшим пастором в церкви в Калифорнии. He went to his mentor Dallas Willard. Он однажды обратился к своему наставнику Далласу Уиллару. And here's what he asked Dallas. И вот что он спросил Далласа. He says, Dallas, how can I help the people in my church? Он говорит, Даллас, как я могу помочь людям в своей церкви? Grow spiritually. Для того, чтобы они росли духовно. I would really like it for it to be happening. Я бы очень хотел, чтобы это происходило. More than it is. Больше, чем уже происходит. This is what every pastor is asking, right? Это то, чему задает вопрос каждый пастор. And so he says, what do I need to do? Он говорит, что мне делать? He says, what do I need to do? Что мне нужно сделать? Что я могу сделать? And here's what Dallas responds. И вот что ответил Даллас. He says, "You must arrange your life." Он говорит, что тебе нужно так выстроить свою жизнь. So that you're experiencing deep contentment. Для того, чтобы ты просто ощущал глубокое удовлетворение. Joy. Радость. And confidence. И уверенность. In your everyday life with God. В своей каждодневном хождении с Богом. You must arrange your life. Ты должен так свою жизнь выстроить. In such a way. Таким образом. That you're experiencing deep contentment. Для того, чтобы ты ощущал чувство глубокого удовлетворения, радость. And confidence и уверенности every day. Каждый день. And you know how he responds? И он отреагировал, он ответил, он говорит, John says, no, I didn't ask about me. Он говорит, ты знаешь, ну я же не про себя спрашиваю. I asked about them. Я спрашиваю о них. What book should they be reading? Какие книжки им читать? What programs should I lead them through? Через какие программы мне их провести? What other services we should add to the church? Каких еще служений нам добавить в церковь? And Dallas said, а Даллас ответил, the main thing you bring to the church, он говорит, главное, что ты приносишь в церковь, is the person you become. Это тот человек, та личность, какой ты становишься. And that's what everyone will see. И это то, что все увидят. And that's what everybody will reproduce. И это то, на что все чему захотят подражать. And that's what people will believe. Это то, во что люди будут верить. He says the most important thing in your life. Он говорит, что самое главное в твоей жизни. It's not what you do. Это не то, что ты делаешь. It's who you become. Это то, кем ты становишься. It's who you become. Это то, кем ты становишься. And that's why Jesus said in Matthew 7. И вот почему, как Иисус сказал в Матфея 7 главе. He says on that day. Он говорит, что в тот день. Many will come to me. В тот день многие придут ко мне. And say. И скажут. Lord, did we not do these things in your name? Господи, разве мы не творили этого в Твое имя? They will have a list of things that they did for the Lord. И у них будет целый список того, что они делали для Господа. And you know the response of God? И знаете, как Бог ответит? He says, "Depart from me." Он говорит, отойдите от меня. You workers of lawlessness. Отойдите от меня, делающие беззаконие. For I never ибо я никогда knew you. Не знал вас. What is Jesus talking about? О чем здесь говорит Иисус? He says, you never became like me. Он говорит, что вы никогда не уподобились мне. It was never about doing stuff. Это был вопрос был не в том, чтобы relaxing что-то in my presence. Вопрос был в том, чтобы вам успокоиться it в моем was about присутствии. Being one with me. Это было в том, чтобы проводить наедине it was about время being со мной. One with the Son. Вопрос заключался в том, чтобы быть с Иисусом, it was about being Сыном. One with the Spirit. Это быть вместе с Духом. I never knew you. А я никогда не знал вас. What's interesting is, и то, что интересно, on that day, это то, что в тот день, finally, тот день, наконец, people, люди, are making time, люди находят время, to come to God, для того, чтобы прийти к Богу. But friends, но друзья, it's too late, слишком поздно. We need to make time now, потому что нам надо найти время сейчас, to come to God, для того, чтобы прийти к Богу. He is calling us Он now. Призывает нас сейчас. On that side of eternity. На той стороне вечности. He is going to tell people to depart. Он скажет, отойдите от меня. But here. Но здесь. He wants us. На этой стороне Он желает нас. To be with Him. Для того, чтобы мы были с Ним.
So the most important thing. Поэтому самое главное. The thing that will weigh on a scale. Самое важное то, что на самом деле будет иметь ценность и вес. It's not what we do. Это не то, что мы делаем. It's who we become. Это то, кем мы становимся. Have you ever noticed? Вы когда-то замечали? At a memorial service. На служении, на мемориальном служении. In the obituary of that specific individual. Когда пишется вот эта заметка о смерти какого-то человека. What doesn't get highlighted? То, что не отмечается. Are not the superficial things about the person. Это не то какие-то поверхностные вещи о человеке. You know, Alex, he had very straight teeth. Вы знаете, у Алекса были очень ровные зубы. He wore this outfit. И он так круто одевался. He drove this car. Он на такой тачке ездил. He traveled. Он путешествовал. He lived in this house. Он жил в таком доме. He wore this specific cologne. Он очень приятно пах. Right, nobody's going to talk about that. Знаем, что об этом не говорится. What do we talk about at memorial services? О чем мы говорим, когда мы хороним людей, когда мы вспоминаем? We talk about the character. Мы говорим об их характере. And the identity of the person. Мы говорим о том, каким человек был. Who the person became. Кем он стал. Who the person became. Кем он стал. But what's interesting. Но то, что интересно. Is our whole life. Что вся наша жизнь. We're pursuing things. Мы стремимся за какими-то We're вещами. We're pursuing superficial stuff. Мы бежим stuff. За какими-то поверхностными побрякушками. If you notice advertisement on TV. Если вы замечаете вот эту рекламу look на телевизоре. Look at your phone right now. Look at your phone Посмотрите right now. На свой телефон сейчас. What's being advertised? Что сейчас нам it's not the character of a person. Рекламируют. Это не характер человека. But it's stuff. Но это вещи. It's stuff that это will not matter. Какие-то безделушки, которые не нужны никому. It will not matter 100 years Они совершенно from now. Не будут важны вечности. I've never left a memorial service. Я никогда не выходил с похоронного служения. Inspired. Каким-то таким вдохновленным. To build a bigger house. Для того, чтобы построить еще больше себе дом. To drive a better car. Для того, чтобы еще лучше себе машину Man, купить. I leave memorial services. Когда я ухожу с похоронного служения. To love people. Это я больше to хочу serve, любить людей. To be a better person. Служить людям. And становиться so if, лучшим человеком. And so if the most important thing Поэтому одна из самых важных вещей. About our life. То, что заключается в нашей жизни. Is not what we do. Это не то, что мы делаем. But who we become. Но кем мы становимся. The question is now. Вопрос сейчас стоит такой. How do we? Как нам? How do we scale? Как нам измерить? How do we measure? Как нам взвесить? A transformed person. Измененного, преобразованного человека. What does a transformed person look like? Как выглядит преобразованный человек? What does it look like to be like God? На что? Как выглядит быть похожим на Бога? Look like Jesus. Как выглядит быть похожим на Иисуса? See the danger. Видите ли, опасность состоит в том. In churches. В церквах. Is that we measure spiritual growth. Это то, что мы часто измеряем духовный рост. Based off. Основываясь. The activity in the church. На тех мероприятиях, которые проводятся в церкви. Does this person go to life group? Этот человек ходит на группы домашние. Does this person tithe? Этот человек дает десятины. Does this person sing during worship? Этот человек поет во время прославления. Do they show up to Sunday services? Приходит ли они вообще на воскресные right? служения? Do they say brother and sister? Говорят ли они такие слова, как брат, сестра? Right? So we measure ourselves and we measure our spiritual maturity based off devotional practices. Поэтому мы измеряем себя, мы измеряем свое духовное состояние, основываясь на каких-то духовных практиках. Do they read Bible? Читают ли они Библию? Do they pray? Молятся ли они? You see, the problem with this Видите ли, проблема в этом? If we measure based off spiritual devotions, если мы будем измерять вот именно основываясь на вот этих духовных каких-то измерениях, the people that come up on top, то люди, которые получаются сверху, are the Pharisees. Это фарисеи. They're the ones Они как раз те, that excel in spiritual disciplines. Которые преуспевают во всех духовных right? дисциплинах. There was no one И нет никого, that would surpass the Pharisees. Который бы превзошел этих фарисеев. What did Jesus call the Pharisees? А как Иисус называл фарисеев? Whitewashed tombs. Он говорит, а гробы окрашены. And so what we have to do, И поэтому то, что нам с вами нужно делать, we have to measure spiritual maturity. Он говорит, нам нужно измерять духовную зрелость in such a way, таким образом, where the Pharisees don't win. Что когда фарисеи никак не победят в этом, we have to measure spiritual maturity нам необходимо измерять духовную in зрелость such a way, таким образом, where the Pharisees don't win. Когда фарисеи, у них не останется ни малейшего шанса. Otherwise, В противном случае we will produce more Pharisees. Мы будем сами воспроизводить больше и больше фарисеев. And so how do we measure? Поэтому как нам все-таки измерять?
A man came up to Jesus. Человек один пришел к Иисусу. In Matthew 5. В Матфея 5 главе. Verse 20. 20 стих. And he said, и он сказал, Teacher, он говорит, учитель, which is the greatest commandment in the law? Он говорит, какая самая большая заповедь в законе? Jesus replied, а Иисус ответил, love the Lord your God, возлюби Господа Бога своего, with all your heart, всем своим сердцем, with all your soul, всей своей душою, with all your всем mind, своим разумением. This is the first and greatest commandment. Это первая и самая великая заповедь. And the second is like it. И вторая подобная же ей. Love your neighbor, возлюби ближнего своего, as yourself, как самого себя. All the law and the prophets, и весь закон, все пророки, они как раз заключаются в этих двух заповедях. Поэтому преобразованный человек, измененный человек, это тот, который истинно, искренне любит Бога и любит людей. Вот это есть вот те духовные весы. Люблю ли я поистине Бога? И люблю ли я истинно, искренно людей? Потому что в этом заключается истинная природа Божия, которая была проявлена в Иисусе Христе. And so what we see here is и поэтому то, что мы с вами видим здесь, the spiritual disciplines, вот это духовные дисциплины, and the devotions, и посвящения, are the means, это, the means, это средства, to the end, это средства для того, чтобы в конце, which is to genuinely love God, та цель, которая иметь любовь к Богу, поистине любить Бога, and to love people, и просто любить людей. And so we use these devotions, поэтому мы с вами используем это, to reach that end, для того, и это измерение для того, чтобы достичь этого конца. And so now let's talk about, а сейчас давайте поговорим, when you become someone, когда ты становишься кем-то, by nature, по природе. You cannot help yourself, и ты не можешь сам помочь себе things, стать кем-то, and чисто so, своими человеческими усилиями. Что я заметил в вашем пасторе? The zeal that he has, вот то усердие, которое у него есть, та ревность, которая у него this есть. Is not him doing something, это не то, что он сам что-то делает по себе. This is him being someone. Но это то, кем он является. And this is the result of being with Jesus. И это есть результат того, когда человек проводит время с Иисусом. Jesus said, Иисус сказал, that that they might go out, он говорит, что для того, чтобы они могли пойти, and preach, для того, чтобы они могли проповедовать, the gospel, проповедовать Евангелие. So he called them so that they would be with him. Поэтому он призвал их для того, чтобы они были с ним. And once they be with him, и когда они проводят время с ним, they will become like him, они становятся похожими на него. And they will do exactly what he did. И вот тогда они смогут делать точно то, что он делал. Jesus demonstrated to us, Иисус показал нам, how to live out the rule and reign, каким образом жить у правя и господства, of the Father, именно в Отце, here on earth, здесь на земле, as it is in heaven, точно так, как и на небе. He demonstrated, он показал нам, how to live out God's will, каким образом возможно прожить Божью волю, исполнить Божью волю, on this side of eternity. Вот на этой стороне вечности. Teresa of Avila, Тариса Авила. She was a Roman Catholic nun in the late 1500s. Это была римско-католическая nun. Монахиня в 1500-х годах. Watch what she says. Смотрите, что она сказала. She says, Christ has no body but yours. Она говорит, что у Христа нет другого тела, как твое. No hands. Нет рук. No feet. Нет ног. On earth but yours. На земле, кроме как твои руки и ноги. Yours are the eyes. Твои глаза. Through which he looks compassion. Через который он видит сострадание. On this world. Состраданием смотрит на этот мир. Yours are the feet with which he walks to do good. И твои это ноги, которыми он ходит для того, чтобы творить добро. Yours are the hands through which he blesses all the world. Ваши руки, через которых он благословляет весь мир. Friends, our call. Друзья, наш призыв. It's to be the incarnate body of Christ. Для того, чтобы быть воплощенным телом Христа. The embodied
a body of Christ here on earth as it is in heaven. Для того, чтобы именно воплощение Христа было здесь таким на земле, каким оно есть на небе. And if we look at the body of Christ, если мы смотрим на тело Христа, the most profound way that Christ uses body, и вот самый такой огромный, величественный образ, как Христос использует тело, was not when he healed people. Это не то, когда он исцелял людей. It's not when he performed miracles. Это не тогда, когда он творил чудеса. But the most profound way Jesus used his body, самый величественный способ, каким он использовал тело, when he laid his life down for his friends. Это когда он положил жизнь свою за друзей свои. Jesus said it like this in John 15. Иисус сказал это так в 15 главе Иоанна. My command is this. Он говорит, заповедь моя такова. Love each other. Любите друг друга. As I have loved you. Как я возлюбил вас. Greater love has no one. Говорит, что нет большей любви. Than this. Чем такая любовь. To lay down one's life for his когда friends. Когда кто-то полагает жизнь свою за друзей своих. To lay down your own life. Когда ты полагаешь свою собственную жизнь. Your time. Свое время. Your energy. Свою энергию. Your emotions. Свои эмоции. Your money. Свои средства. For your friends. Ради друзей своих. Tyler Staton, he is a pastor of Bridgetown Church in Portland. Tyler Staton, он пастор в церкви в Портленде. He was visiting his mentor. И он когда-то посетил своего наставника. And he was going through a transition in his life. И в своей жизни он проходил через определенные трудности и перемены. And he was perplexed about what God wanted next for him. И он размышлял о том, что же Бог желает дальше в его жизни от него. God, what do you want from my life? Господь, что ты хочешь от меня в моей жизни? What do you want me to do? Что ты хочешь, чтобы я делал? God, what is it? Господи, что это? What's this great thing that I need to accomplish? Что такого большого ты желаешь, чтобы я достиг? Through my body. Через мое тело. And I love his mentor's response. И мне очень понравилась реакция и ответ его наставника. When Tyler said, "Hey, can you pray for me?" И когда Тайлер сказал, слушай, помолись, пожалуйста, за меня. His response was. Его ответ был. He says, "Yeah, sure, I guess I can pray for you." Да, конечно, я могу помолиться за тебя. But let me just save both of us some time. Но давай мы просто сэкономим время для нас обоих. And tell you what God wants for you. И просто скажу тебе, что Бог хочет для and тебя. And so let me read this quote for you. И позвольте прочитать эту цитату. I know what God is calling you to do. Я знаю, что Бог призывает тебя делать. God is calling you to be a worship leader. Бог призывает тебя быть лидером прославления. But not the kind that holds a guitar. Не такой, который гитару только в руках God держит. God calls you to spend yourself on behalf of the poor. Бог призывает тебя, чтобы ты проводил время от имени бедных. To feed the hungry. Для того, чтобы ты кормил голодных. And clothe the naked. Для того, чтобы ты одевал нагих. To shelter the homeless. Для того, чтобы ты давал убежище бездомным. Your call is to learn the names of your neighbors. Твой призыв — это узнать имена своих соседей. And care about how they're doing. И просто заботиться, узнать, как у них дела. It is to pray so hard, и так сильно молиться, that your tears, чтобы твои слезы say what your words can't. Сказали то, что не могут сказать твои слова. Your call is to listen, твой призыв — это слушать. To listen presently, слушать в настоящем and времени intensively, и напряженно to the burdens of your friends, именно те трудности, которые носят твои друзья. Especially to those who disagree with you, особенно тех, которые не согласны с тобой. Letting story turn into caricature, для того, чтобы история она перевернулась в характер. To humanity, в именно человечность. It is to preach the gospel, это проповедовать Евангелие. It is to love the person hardest for you to love. Это любить того человека, которого тяжело любить. And forgive the one who doesn't even admit that they have wronged you in the first place. И прощать тех, которые даже не сознаются то, что они неправильно поступили. It is to endure personal embarrassment. Это проходить через собственные какие-то унижения и стыд. So that someone else doesn't have to. Для того, чтобы другим людям не приходилось это делать. It's to leave your comfort zone. Это для того, чтобы оставить свою зону комфорта. And to enter his or hers. И войти в их или ее или его. Your call is to read scripture. Твой призыв это читать Писание. Constantly enough. Постоянно достаточно для того. Slowly enough. Достаточно медленно. That God's reality. Чтобы Божья реальность. Is the one that lives in you. Стала такой, которая бы жила it в тебе. It is to pray for healing. Это молиться за исцеление. Though it didn't work last time. Даже несмотря на то, что это не сработало последний раз. It is to use your voice for the voiceless. Это для того, чтобы использовать свой голос для безгласных. To hug the hugger. Для того, чтобы обнимать тех, которых никто не обнимает. And to fist bump the guy who doesn't even want to do that. И для того, чтобы просто человека
поприветствовать, который не хочет с тобой приветствовать. Это для того, чтобы посещать больных в больнице. Это для того, чтобы знать человека, который заключен в тюрьме. И для того, чтобы продолжать собираться в своей общине. Даже тогда, когда они социально совершенно не вписываются. И для того, чтобы когда социальная медиа their social media posts когда они что-то ставят на своих социальных страницах makes you want to lit your hair on fire. И тебе просто хочется стыда сгореть. Your call is to live today. Твой призыв это жить сегодня. As God is Father, как Бог есть Отец, and everyone around you is sister and brother. И так как будто бы все люди, которые вокруг тебя являются твоими братьями и сестрами. And to believe in, и верить в то, really believe in, на самом деле верить, that is enough, в то, что этого хватит, to renew the whole creation. Этого достаточно для того, чтобы обновить все творение. Because He has filled you with His Spirit, потому что Он наполнил тебя своим духом. He has called you to be His witness. Он призвал тебя быть своим свидетелем. Here is your call. И вот в чем в этом заключается Restoration Church. Твой призыв, ваш призыв церкви. Here is your call, Restoration Church. В этом призыв вашей церкви. Listen to me. Церковь Restoration. Послушайте меня. Your call. Ваш призыв. Is to love with passion. Ваше призвание это любить так страстно. The ordinary people. Любить страстно обычных простых людей. That make up your ordinary life. Которые составляют вашу обычную жизнь. To love the ordinary people. Просто любить обычных простолюдин. That make up. Которые составляют. Your ordinary life. Вашу же обычную простую жизнь. That's exactly what Jesus did. Это то конкретно то, что сделал Иисус. Right? The devil wants us to think that it's to go somewhere far. Дьявол хочет, чтобы мы думали, что надо куда-то ехать. To have a big platform. Куда-то поехать подальше, иметь большие сцены какие-то. But that's not what God wants for you. Но это не то, что Бог желает для тебя. God wants you to love the ordinary people. Бог хочет, чтобы ты любил простых людей. That make up your ordinary life. Которые составляют из себя твою простую жизнь. Friends, друзья. Did you know that? All the great men and women in history, Christian history. Знаете ли вы о том, что все великие мужья и жены Божьи в истории, библейской истории, before they did anything great, в христианской истории, перед тем, как они стали великими и известными ради Бога, it all started with the vision. Все это начиналось с определенного видения. And it didn't. And the vision wasn't what they were going to do. И видение не заключалось в том, что они будут делать. It wasn't who they were going to become. Это не в том заключалось, кем они станут. It wasn't being on a stage. Это не то, чтобы стоять на большой красивой сцене. Listen, the vision is not about what this church is going to do. Послушайте, видение не в том, что чем эта церковь займется, какие дела великие будет творить эта церковь. The vision. Но видение. Was about who Jesus is. Было в том, кем является Иисус. The vision was about seeing the goodness of the Lord in the land of the living. Видение в том, что видеть благость Божию в земле живых. Это величие Божие. It's fixing and gazing your eyes on Jesus Christ. Это просто сосредоточиться и сфокусировать свой взор на Иисусе Христе. Апостол Павел сказал это таким образом. Он говорит, I consider everything as loss. Он говорит, что все почитаю мусором. Because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Именно по причине того, что зная Иисуса своим Господом. For whose sake I have lost all things. Ради которого я все потерял. And I consider them garbage. Отказался и почитаю это мусором. That I may gain Christ. Для того, чтобы мне заполучить Христа. Did you know that Jesus used this example? Знаете ли вы о том, что Иисус использовал этот пример? He says the kingdom of God. Он говорит, что царство Божье. It's like treasure hidden in a field. Он говорит, что это как сокровище, сокрытое где-то в земле на поле. He says, you know a person. Он говорит, ты знаешь человека. That has discovered this treasure. Человек, который обнаружил это сокровище. He says, this person will stand out. Он говорит, что этот человек встанет. The moment he sees the vision of the kingdom of God. Когда он увидит это видение Царства Небесного. Listen, it will mess him up. Знаете, оно все в нем поменяет. He will go back. Он вернется назад. And he will begin to liquidate everything he has. И он начнет все то, что у него было. So that he can purchase this field. Обращать в ликвидацию, чтобы покупить это поле. Why did Jesus use this analogy? А почему Иисус использует этот пример? Listen, because money. Послушайте, потому что represents деньги. Money represents деньги представляют собой the unforced desire. Они вот это представляют собой вот это money желание. Represents who doesn't want to be a millionaire? Деньги представляют собой то, come что on, nobody's been forced to be a millionaire.
Никто никого не заставляет быть миллионерами. Никто никого to не be заставляет. A millionaire is natural. Но быть стать миллионером It's для кого-то an unforced desire. Естественно, это не есть right? принужденное желание. Wealthy. Как бы все хотят the better быть question, who doesn't? А вопрос в том, что кто не хочет And быть so богатым. Jesus says, look, а Иисус говорит, посмотрите, Jesus, когда ты видишь Иисуса, when you see the kingdom, когда ты видишь Царство, when you've tasted and seen how good the Lord is, когда ты вкусил и познал, как благ Listen, Бог, it becomes an unforced desire. Послушайте, тогда это становится естественным желанием. Everything else becomes rubbish. Все остальное становится мусором. No one can slow you down. No one can slow you down. Никто не может тебя остановить. The gates of hell cannot resist the church. Врата ада не одолеют церковь. Because the church has seen the vision. Церковь имела видение. Церковь видела видение. The church has seen the vision. Потому что церковь увидела это откровение. So friends, if you want to stand on your feet. Поэтому, друзья, если вы можете встать на ноги. We got 2 minutes to respond right now. У нас осталось 2 минуты буквально. Friends, друзья, let me ask you this. Позвольте задать вам вопрос. Is the kingdom of God an unforced desire for you? Является ли царство Божие для тебя непредвиденным? Is it natural? Является для тебя естественным? Does it draw you? На самом деле привлекает ли оно Does it тебя? Lure you in? На самом деле манит ли оно Do you тебя? Desire to be with God? Желаешь ли ты быть с Богом? Is to be with the Lord a duty or delight? Является ли это для тебя быть какой-то обязанностью или радостью? Friends, let's be honest. Давайте будем откровенны. If not, если нет, can you just acknowledge today, God, I've never tasted you? Можешь ли ты признать сегодня с Господь, God, I've never sensed, I've never experienced Я никогда не вкусил тебя, я никогда не познал и не ощутил этого. Я просто хочу верить в тебя. This relaxation. То, что мы являемся. Where I could just rest and know that it is enough. Ты являешься тем местом, где мы можем успокоиться и сказать. Be with you. Тебя достаточно. Быть просто с тобой достаточно. Friends, today I want to give you that opportunity. Друзья, я хотел бы сегодня дать эту возможность. All God wants for you. То, что Бог хочет, все, что Бог хочет от тебя. Just believe on Him. Это просто поверить в Него. Just believe on Him. Просто верить в Него. Amen. Аминь. Father. Отец. Lord, we desire you. Господь, мы желаем тебя. We desire to be with you. Мы желаем быть с тобой. We desire to become like you. Мы желаем быть подобными тебе. And we desire to do what you did. И мы желаем делать то, что ты делал. Lord, I pray. Господь, я молюсь. Through this preaching. Чтобы через это слово. That there would be another person. Чтобы еще был другой человек. That would see the kingdom. Который еще один человек увидит That would царство. See the goodness of the Lord. Еще один человек увидит благость Твою. In the land of the living. В земле живых. Lord, would they call on you? Господь, призываем к тебе. Would they call on you? Чтобы они воззвали к тебе. Father, to reveal yourself to them. Отец, чтобы ты открыл себя для них. Would they surrender their life to you? Когда бы они отдали свою жизнь тебе. All over again. Несмотря на то, что были мертвы. Would they just relax in your presence, чтобы они смогли успокоиться в присутствии Твоем. In such a way, таким образом. Lord, that they would be embodied, чтобы они были телом. That they would start becoming like you, и чтобы они становились похожими and start на doing Тебя. What you did, и становились делать такие in дела, Jesus которые name. Ты делаешь. Во имя Иисуса and Христа. All God's people said, и весь Божий народ Amen. Скажет. Let's worship God. Come on, let's worship. Благословите Бога. Я верю, что Слово Божье, которое сегодня пришло в вашу жизнь, может действительно сделать вас сильнее. Не забудьте поделиться этим видео с теми, кому оно действительно нужно и кто дорог вашему сердцу. А также я хочу сказать спасибо тем, кто финансово поддерживает наше служение. Именно благодаря вам эта проповедь и это видео стало возможным и доступным для всех людей. Присоединяйтесь к служению. Давайте молиться вместе. Увидимся.